Всем спать. Так, что нагнетаем? Выключили свет, подумаешь. Они просто думают, что... Мы только пришли сюда. Я думаю... Я не понял. Мы нагнетаем. Свет сейчас включит. Мочи! Ты что сюда пришел-то вообще? А я думала, это какой-то глюк с музыкой. Или так, для порядка. Не, а чего он сюда пришел-то? А я не знаю. Это не тот пришел, который там стоял? А у него, может, это, горло пересохло. Погребок спустился. Промочить? Ну да. Ну, да, он. Да нет. Нет? Ну, какая разница, одни меньше. Похоже, он. Хотя, ты знаешь, я все-таки предполагаю, что это, наверное, какой-то триггер сработал, который должен был сработать, когда мы сюда пройдем через ту дверь, а не через эту. Да мы тут опять все поломали. Ага. Гады. Взяли, все поломали. Смотри, сколько всего потырить-то можно. О, бутылка. Так. Дверку не буду закрывать. Здесь. Пусто. Тоже пусто. Тогда забираем все, что здесь плохо лежит. Все, что хорошо блестит. Какая штука? Это типа самовар. Не уверен, но что-то подобное. Это пивные бачки. Балтика. Почему пивные именно? Ну, пусть будут не пивные. Короче, пофигу. Из них что-то наливают, вот так. Вино, наверное. Учитывая, что погреб да рядом, наверное, вино. Да, они вон, бутылки стоят рядом, видишь? Угу. Видимо, разливают, потом там охлаждают. Прикольно. Бум-бум-бум. Люди барона хорошо кушают. Я боялся, что они вешают людей за кражу хлебной корки, а сами голодают. Ага. Что там светилось? Блюдечко. Блюдечко. Кто-то поныкал. Хотел потом унести, наверное. А ведь мы могли бы там спуститься, смотри-ка. Или мне кажется. Скорее подняться, а не спуститься. Не, вот сюда мы могли спрыгнуть. А, ну да, могли. Хотя... Ну-ка. Ну да, можно, я думаю. Вау! Ну, не, я бы не стал бы. Так, все? Мы закончили. Мы здесь все наконец-то, да? И люстру уронить надо. Не надо. Ты че такая вандалка? Шкаф. Уронить? Шкаф. Я там был. Да? Да. Шкафу? Да. Дальше пошли. Я запуталась уже. Я тоже запутался. Вот здесь мы были, здесь мы пришли. Туда мы сходили, значит, налево. Там у них зал. Они кушают. Подожди, комната отдыха. А где? Не там ли? Не здесь ли? Ну ты видел сейф? Я не видела. Не видел. Ну иди отсюда. Ну комната отдыха же где-то здесь получается. С чего ты взял? О, лечилка. Мне не надо.
Она где-то должна быть. Это не комната быть. Отдыха, это столовая. Где-то должна быть комната отдыха. Рядом. Логично же. Может, она где-то здесь? Ага, вот прямо тут на полочке. На полочку должны были что-то положить, но почему-то не положили. Кому должны были? Ну, нам. Ворам. Иди отсюда уже. Меня смущает такое количество комнат, я забываю, где мы были, где мы не были. Я понимаю, все, блин, сейф где-то должен быть. Ладно. Куда, вниз пойдем? Да, да. Так, а мы наверху были? Были. Наверху мы, по идее, были, мы там как раз... Давай сказать. Спустимся, посмотрим, может быть. А, так здесь же погреб, господи, мы тут были. Мы, получается, везде были. И здесь мы были. Насколько я помню. А здесь-то кто нагадил? Да, мы здесь были. Нет, вроде. Ну, не знаю. Домашние животные. Надо искать сейф. Потому что где-то должен быть. Да тут этих комнат... Да, мы тут не были, кстати. Интересно, давно я сохранялся? Оу, целых двое. Да я же его уже в руках держал. Я тебя найду и прикончу. Отстань от меня. Он наверняка прячется там. Давай, если что, я с тобой. Здесь никого нет. Где еще он может быть? Долго они там будут ходить, интересно? По идее, нет. Ладно, сохранюсь. А, нет, не работает сейф сейчас. О. Этот вор где-то здесь. Я чувствую. Вы немножко разделитесь там, я не знаю. Да, по очереди выходите. Это эти двое, которые около... А, нет. Там кто были. Бы знал, что там двое, да? Я только одного помню. Стоял. Я вообще, он как-то меня так быстро разглядел. Я прям в шоке. Надо быть готовым ко всему. Вот этого вот видел только, который справа стоял сейчас. Нервничает, нервничает, смотри. Здесь наверняка кто-то есть. Так безопаснее. Еще вон, смотри, там свечки еще есть. Я видел, да. Здесь мы как раз ходили. Нам туда к стражникам, я так понимаю, надо. А здесь как раз кухня. Да. Я просто сориентировался на на местности. Все, успокоился? Песенки поет, видимо, да. Не очень. А почему он ходит туда-сюда всяко? Беспокойно. Не знаю, что волнуется. Начнет бузить. Он. А я поставлю. Туши свечи тогда. Давай. Так что у нас тут за дверь-то? Я бы убил за чашку кофе. Надоело зерна жевать. Пошли. Не пойму. Какая-то кладовка непонятная. Мясо. Ненавижу. Даже ничего нет. Кладовки без смысловой нагрузки не бывают. Видишь?
Какой ты? Какой я? Это в тебе вор говорит. Да? Да. Там надо было сначала затушить свечи, наверное, а потом сюда идти, чтобы выйти можно было. Нормально. В коридоре имел в виду. Ну ладно. А? Я думаю... Что происходит? Почему гаснет огонь? А! Ты сюда один пришел? Тащи, застух. Чёртовы колокольцы. Это не к добру. Тихо, птица. Как-то он там очень неудачно, конечно, стоит. Так, потом почитаем. Хорошо, нам бы как-то его... О, это товарищ кошелек, по-моему, был, нет? Я не знаю, потом. Надо сначала с этим как-то разобраться. Там вон свечи. Правда, он, конечно, спохватится, но можно как раз подобраться будет. Туши свечи и заходи со стороны комнаты. Можно, наоборот, лучше с этой стороны тогда тушить. Можно и так. Разницы нет. Будь готов. Кто там? Иди сюда, чтобы я тебя видел. Сам иди. Вот так. Ахаха. На диван его. На диван. Письмо еще какое-то. Ну ладно, пусть тут валяется. Наказанный. Да. А вот это вот сюда. Неправильные шахматы. Ой, устал. О, сейф. Вот и сейф. Вот и комната отдыха. 889. Спал и видел, называется. Я ждал этого момента. Моя прелесть. Вот она. Ну, что тут у нас? Ахаха. Та-дам. Хорошо, давай теперь почитаем. Тайное хранилище. Господин Нордкрест, переоборудовать закрытую комнату в ваше новое хранилище было непросто. Но результат превзошел все ожидания. Рычаг, открывающий тайный ход, спрятан за картиной со львом, как вы велели. Согласно вашим указаниям, оригинальный монумент будет хранить ключ к вашему самому ценному имуществу. Будьте уверены, что это письмо было доставлено лично в руки и существует в единственном... экземпляре. Ваш покорный слуга... Теодор Иствик, придворный архитектор. Ха-ха-ха. Мы уже... Барон. Да. Нельзя оставлять важные письма на виду, когда кругом столько воров. Где же эта картина? Гаррет. Выключай дурочку уже. Ну, он тут ни при чем вообще. Подземелья города полны осколков предыдущей эпохи. Обычно они интересуют лишь чесальщиков. Но сегодня прошлое подарило нам давно потерянную книгу, которая может стать ключом к освоению Примали. Mm-hmm. Корнелиус и Блоуманд оба решили, что книге много сотен лет. Сперва нам казалось, что письмена в книге примитивны и бесполезны. Но при тщательном изучении я начал понимать их научное значение. В этой книге описан ритуал или процедура, что заключает энергию Примали в пустом сосуде. Главное, чтобы мое возбуждение не повлияло на мои дальнейшие действия. Если мои изыскания принесут результат, я смогу контролировать Прималь
и превращу этот город в индустриальную империю. Вот так. Планы-то, может быть, и неплохие, в принципе. Но ничего хорошего это не принесло в итоге, конечно. Так, сейф открыли. Дверь? Да, у нас вот эта дверь остается. Еще слева такая же дверь. Угу. Это туалеты, видимо. Ванные комнаты. Нет места. Не залезает. Оп. Там смотри-ка, штука. А зачем так хитро? Так, не понял. Глядеть можно куда-то. А сейчас опять пойдем на львов. Да не, это было бы странно. Да? По башке ему. Ну ладно. Кто такие? Почему не знаю? Я тут не один, да? Ага. Приятно так вот заглядывать. А там уже все лежит. Я уже там был. Да. Хорошо. Все потырено и все лежат. Говорун. Это не то ли место? Умереть от меча или сдохнуть от мрака. Одно из двух. Ага, то-то. Там справа около лестницы должно быть, так что можно слева осмотреть. Ага. Радует, что в итоге все-таки вышли туда, куда нужно. Фактически. А, ну и все, тут мы были. Да. Да. Отлично. Мы просто начали прям около барона. Мы к нему очень быстро пришли, ведь так получилось на самом деле. Так я и говорю, мы начали прям около него фактически. Столько дыма. Потому что извратным путем зашли. О, свечи. Придется тратить водяные стрелы. А, вот они, ага. Но они, наверное, расходятся, нет? Или надо отвлекать как-то бутылками там, я не знаю. Походу надо. Попробуй отвлекать. Оттуда двери вот сюда, где свечи тушил, что-нибудь кинуть. Ты заклинила. Вот эти свечи потуши тоже на всякий. Да вообще зал можно смотреть. Ага. Что? Ага? Я думал секретик. А тут ничего такого. Ничего.
Можно уронить люстру. Они заволнуются. И, возможно, это как-то нам поможет. Прям даже не знаю. Попробовать. Потому что у меня других вариантов нет. Можно сделать немножко иначе, конечно. Не, ну не хотелось бы, наверное. Да, я думаю, ничего не получится. Ну, пробуем, посмотрим, по крайней мере, как они себя проведут. Покажись, а то хуже будет. Оба такие. У меня давно руки чешутся. Ага, оба. Я тебя найду и вздерну в петле. Ты не озаренный! Стой! Я не озаренный. И с вами. Что происходит? Будут проблемы, кричи. Кричи. Покажи, кто ты. Я найду того, кто это сделал. Я не буду следующим. Будешь, вот будешь. Так. Спасибо за ваши деньги. Хорошо. Извини. Что такое ушло? У него ничего нет. Все? Что это там светит на полу? А, фонарик. Фонарик. По идее, получается, что все. Да. Это бутылка. Поднимаемся наверх по лестнице и идем к барону. Ага, наконец-то. Ты главное ему не проболтайся, что ты. Все, под... ну-ка, поверни, поверни-ка. Это его 11, я так понимаю. А, он с матерью, понятно. Угу. А он ли? Конкретно? Он. Я думаю, это Нордкрест. Не, ну их же много было. Ну, я думаю, там это он. Поколение. Тем более, что он говорил, что отец помер. А, ну, в принципе, да. Не си... Нет, не симметрично. Ты ладно. Предлагаешь уронить? Нет. Мне вот интересно, там, смотри-ка, там же балки такие хитрые, что по ним можно, по идее, ходить, перемещаться. Ну, вроде... Да вроде ничего такого не вижу. Ладно. Так. Сохраниться надо.